Vay erkemin nemin turkaman. Шура барда бюджетен чыккан, аңлайм, шу самбу кула самбу кулмолла шакты бектиген заттыгы. Ал шу чириген кынжал бу уже тун темирден этилген. Өлем митмейен авлакта болмас шөл болмас. Чинди темирден мен жакта бар шу, мен палес чыккан. Жашы окуу болгон шу, чакты бегилеген. Кейин ятлар дисе сыр болмас, жүрөк чыкмаган сөздөр болмас. Шишайник. Сындырга, сындырман эгер. Көрөсүң, ялган жалган. Кунуклар жер пат чугун сөйлөйөн. Жылган бул жыйган юрум тугулган. Анда тагы ушул эмне материал бар? Жакшы. Бронза тоо. Бронза, сплав, меди. Шону, дары бар мыша бұра бір знаклар. Акислятты деп, яшыл ұшына тичығаған, акисляет. Ата бір абазынаш жәнелар, бір символлар бар мыша бұра? Йок. Йок, да? Бұй ері тазаланған бұны, іші ған. Узор просто, да, это? Просто узор, да. Ну, тамгалар дайым үш олай бір интересный, бір абазначениялар. Круговой узор. Солярного типа, фонд. Как паутинка. В разные стороны. Так, булар бізде ар болма болам. Шоларда біз құлақларым. Или подсвечник, освещать деген ар болма болма. Это может быть... Yerlallar savutlanmayı yalkanır. Savutsuz mesela bu yağı bazık ettirin gibi. Yeri biraz nazik. Turalini tuzun tükse de tolmayan. Aa, bu zat çaşa вот это. Приблизительно что на Алеп. На первый вот взгляд. Я их могу шо, а? Ну, видно, что ручная работа. Не заводская, не штамповка. Ручная. И сезама начну. Как классно. Да. Пасха. Стеклодувная. Или шишаны иритип ёну. Комок ну ацон салып обработали. Обработали, да. Форму придали. Ну, лепили его. Да, как во время вот. Как будто бы лепили. А так форма четкая, ничего не кнечка, форма сыта. Да, чаша. Поставка сыдабар. Археологам надо показать. Вот, блядь. Бу купшинде. Аль бу, мне интерес этеген зад. Шлейза арали барда, шлер кабурлар, кабурдан чыкканы. Абурну чинахан затага нечик вайза она в одежде, да, они похоронены получают? Да, исламский период, когда хоронились, клали какую-то необходимую тварь. Судя по этим вещам, да,
Вот, вот сейчас. Вот это женское украшение. Это могила женщины. Видно, да. Это видно из женской могилы. Вот это украшение. Как подвеска где-то на одежде могла использоваться. Это тоже могло на одежде использоваться каким-то образом. Это явно украшение. Хорошо. Браслет детский, скорее всего. Период получается медный это... и стекло тогда было, да, получается? Ну, это не палеолит, не доисторические времена. Это трудно сказать, какой век, но... Где-то, может быть, 12-й век. Вот, судя по вот элементу вот этого ножа. Финка была, походу. Это был нож, скорее всего, небольшой. Небольшой нож, не боевого назначения, скорее всего. Его тоже могли положить женщине в могилу. Это может быть элемент какой-то сундука, мебели, там, каких-то ящиков какого-нибудь, сундука там. Ну, похоже, что из женского захоронения. А посуда тоже? Да. Мужчинам обычно клали оружие. Оружие, вот наша. Конскую упряжь. Ben zaten oturup alan zaten bereketi olmaz. Şimdi artık onu da daha kaçamaz bunlar.